Подмосковье готовится к пожароопасному сезону. По данным Россельхоза, его пик ожидается в мае. На территории области организована четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности. Она включает авиационное и наземное патрулирование, космический и видеомониторинг лесных площадей. Группировка сил и средств, в которую входит более 4000 человек и 1500 единиц техники, начала подготовку еще с осени прошлого года. С начала сезона в 2023-м на землях лесного фонда был ликвидирован 181 пожар. Благодаря скорости реагирования в регионе не было допущено крупных чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием в лесных массивах, а все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки.